Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Кто там? Сосед Миша. Мне сказали, что вы врач. У меня это. Так, глазницы расположены близко. Надбровные дуги выражены не сильно. Подбородок не выступающий. Думаю, убили женщину. В области макушки клиновидная колотая рана. Ого. Опа. В черепе два камня. Ага. Их, видимо, клали на глаза. Руки скрещены на груди. Кто-то воспроизвел похоронный обряд? Постмортальные манипуляции из разряда душевных? Давай. Убийцы устанавливают личностные отношения с жертвой. Вот. Пойду-ка я поговорю с парнем, который обнаружил тело. Давай. Это самый глухой угол Московской области. Рядом всего пара деревень. В округе есть пропавшие? 2 октября 2017 года исчезла 16-летняя Полина Наумова. Родители ее умерли, но есть сестра Вера. А с какой целью вы проводили здесь раскопки, Захар Дмитриевич? Да я много где копаю. Здесь в 1942 году было большое сражение. Я исследовал территорию, искал медальоны, оружие, жетоны. Так вы кладоискатель? Нет, я копатель. Мы вообще-то воинов поднимаем. Извините. Если находим захоронение, сообщаем властям, устанавливаем личности, пытаемся перезахоронить солдат. Да, я в курсе. Это дело благородное. Устанавливаю давность захоронения костных останков. Изучаю изменения ультрафиолетовой люминесценции поперечного распила бедренной кости. Люминесценция очень сильная, беловатая, скорее даже сине-фиолетовая. Могу предположить, что останкам не более 3 лет. Кроме того, на костях рук обнаружены засечки. Предполагаю, что убитая сопротивлялась удару колюще-режущего оружия. Приступаю к изучению черепа. Спасибо. Я все равно не верю, что это Полина. Почему? Не знаю. Она мне снится живая. Она после школы хотела в институт, но не поступила. Осталась дома, помогала по хозяйству родителям. Вечно искала каких-то парней в соцсетях, на разных сайтах. Вы можете назвать кого-то конкретно? Нет. Потом Полина пропала. Мама заболела. Умерла. Отец быстро спился, и я осталась совсем одна. Потом я похоронила родителей и уехала в Москву. Я просто хотела верить, что Полина жива. Судя по форме раны, нож вошел точно в середину сагитального черепного шва. Микроскопическая экспертиза выявила, что на краях раны в костной ткани присутствуют следы ржавчины. Да, вот туда, метров 200. И снова здравствуйте. Опа! А что это у вас? Это личное. У вас личные отношения с мертвой девушкой? Вы бойцов Великой Отечественной тоже грабите? Позвольте ваш телефон. Стоять. Секундочку. Я все могу объяснить. Угу. Что тут объяснять-то? Оп. Вот. Вы нашли останки. В череп убитый был воткнут. Вот этот нож, орудие убийства. И вы его, Горелов, сперли. Я не виноват, у меня кредит огромный. За дорогой мобильный телефон. Это, конечно, вещь первой необходимости. Вы собирались продать нож из черепа некроманту? Понимаешь, некроманту. Так, договорились положить нож в тайник после того, как капнут деньги на карточку, а иначе он вас проклянет. А вот и денежки пришли. Кладоискатель Захар Горелов находит в лесу останки девушки. В ее черепе дыра. ФЭС подозревает, что это местная жительница Полина Наумова, пропавшая 3 года назад. Ее сестра Вера рассказывает, что Полина встречалась с парнями, искала любовь. В череп Полины был воткнут нож, а Горелов его украл, чтобы продать некроманту. Это же наш нож. Я его обыскалась. Вы уверены? Да, мы брали его то в лес, то на речку. Знаете, до того, как пропала Полина, к ней приезжал какой-то парень на машине. Шпана шпаной. Вы сможете его узнать? Наверное, да. Где вы были 2 октября 2017 года, в день убийства Полины Наумовой? Я вообще не знаю, кто она такая. Был я на раскопках в разных частях Московской области. Вы работаете один, Захар Дмитриевич. Часто берете кредиты и досрочно их погашаете. За последние 3 года на ваш счет поступило 730 тысяч рублей. Личности отправителей мы установили. Все они приблизительно как ваш некромант. И что это доказывает? Это доказывает, что вы могли убивать людей эти 3 года, изображая случайные находки, оружие, кости и черепа. Хобби позволяет? Нет, я продавал только то, что сам находил. Вы ведь приезжали в деревню 3 года назад? Да я всю Московскую область исколесил. Приезжал, может быть, или нет, я не помню. Полину Наумову вы встречали? Я уточнил картину убийства. Убийца наносит Наумовой удары ножом, она закрывает голову руками, на лучевых и локтевых костях остаются засечки от ударов ножа, затем убийца вгоняет нож в голову жертвы и оставляет его в ране. А затем проводит импровизированный похоронный обряд. Я смотрю данные по ножам в голове. Убитых девушек в базе нет, но есть парень. Михаил Сотников. 5 лет назад на него напал наркоман. Сотников умер? Нет, выжил. Инвалидность не оформлял. Но пропал с радаров примерно 4 года назад. Нет активности мобильного. Транзакций тоже нет. Странно. В черепе Наумовой не просто камушки с ближайшей речки. Это декоративная мраморная галька со следами шлифовки. Что-то типа камней для биокаминов? Ну, я думаю, это вот они и есть, то, что я сказала. Кто идет в лес с камнями для биокамина? Теоретически маньяк. Если камни часть ритуала, но это теоретически. Михаилу Сотникову вогнали нож прямо в середину сагитального черепного шва. Такой же в точности удар в середину сагитального шва нанесли Полине Наумовой. Но вообще-то удару в голову обучают некоторые армейские инструкторы. Это продвинутая техника ближнего боя. Она малоизвестна, но не засекречена. Я понимаю, что Сотников и Наумова могут быть не связаны, но, поверь моему опыту, эти раны слишком похожи. Среди этих мужчин есть тот, который приезжал к Полине? Вот этот похож. А насколько вы в этом уверены по шкале от 1 до 10? На 7, на 8 баллов. Ее тянуло просто к таким. Что вы имеете в виду? Ну, шпана шпаной. Да, я на 9 баллов уверена, что это он. У матери Михаила Сотникова есть банковская карта. Каждый месяц ей присылали деньги. 20 тысяч рублей. И кто присылал? Евдокия Грибова, 84 лет, но 3 месяца уже тишина. Может, умерла? Выясняю. Следователь, который вел дело о нападении на Сотникова, умер от инфаркта 3 года назад. А тот мужик, которого посадили, ну, наркоша? На суде он своей вины не признал, подал на апелляцию, но умер на зоне от гепатита. Мутная история. Может, мать Сотникова что прояснит? Да что ж такое-то? И это пропало. Типичный перитон алкашей, даже дверь входная не закрыта. Игорь. Жива, вызывай скорую. Гаденыш, я не тебе. Горелов протер нож из черепа Наумовой гигиеническими салфетками. Запахом лаванды. Он еще сфотографировал останки, когда нашел, а перед приездом оперов спрятал фотографии в облаке. Идиот. Я не тебе. Ты Горелова нашел? В доме престарелых с деменцией, так себе свидетель. Но я выяснил, кто закидывал деньги на ее карточку. Ну, Сотников, наверное, это же он. Мать деньгами снабжал. Если бы. Бабло на карточку загружали пенсионеры, школьники и маргиналы. Причем наличка из терминалов. Типа одноразовые исполнители. Чтобы настоящий отправитель не светился под камерами. Не знаю, может, у Сотникова паранойя после дырки в голове? Или реально что-то странное творится? Граждане, прошу прощения, извините. Спасибо. Юль. Короче, мать Сотникова, ну, перед тем, как ее увезли на скорой, сообщила, что выпила водку из заначки. Ну и собутыльник ее пытался придушить. А участковый в курсе дела? Уже в курсе. И еще я приобщался с соседями, они сообщили мне, что 3 месяца назад пропал сожитель Сотниковой, некто Козырин. И деньги на карту перестали поступать тоже 3 месяца назад. Я думаю, у меня есть ответ. Смотри, это старое пятно крови и пальцевые следы Сотникова. Погоди, но он же вроде не судимый. А отпечатки в базе еще со времен того дела о ноже в голове. Ну надо же. А соседи говорили, что Сотников не навещал мать уже несколько лет. Я поднял информацию, как повреждение мозга влияет на криминальные наклонности. Ну, что сразу криминальные? Я читала про раздолбая, который после травмы головы пошел учиться на математика. Негативных историй, к сожалению, больше. Главное, если повреждена область мозга, отвечающая за когнитивный контроль, личность меняется. И меняется необратимо. Сотникова обсуждаете. А он изменился? Очень. Мне звонили из больницы, его мама пришла в себя ненадолго. Сказал, что 3 месяца назад сын неожиданно приехал, накричал, избил ее сожителя и куда-то полумертвого его увез. Ну что она в полицию не пошла? Боится сына. Говорит, что раньше Мишенька был душевный, маме наливал, а теперь запрещает ей пить и устраивает свою личную жизнь. Николай Петрович, не хочу нагнетать, но мне кажется, Сотникова надо найти как можно скорее. Наши уже поехали к хирургу, который спас ему жизнь. Я 5 лет назад Миху сам отвез в госпиталь и сам встал к операционному столу. Ну, это понятно, Вениамин Петрович. Кто же откажется от такого случая в своей практике? Михаил вам, наверное, благодарен? Не знаю. Я года 4 его не видел, а то и больше. Подождите, а мы думали, вы друзья? Он же в тот вечер к вам домой пришел? Ну, с ножом в голове. Мы просто живем в соседних домах. А, так вы даже не были знакомы? Пару раз видел его в магазине. Беляш! Беляш! Жрать иди, Беляш! Беляш! О, отец, слышь? Ты Беляша не видел тут? Кого? Ну, кот белый такой, он у магазина тусит, жрачку просит. А, да, был такой. Но сегодня не видел. Короче, друг мой, я себе пивас беру, а ему он пожрать, и мы с ним типа бухаем вместе. Самый лучший кореш мой. Ну, удачи в поиске. И тебе, отец, не хворать. Беляш! Беляш, жрать иди! Я тебе фрикасе из рябчика с молодым зеленым горошком купил. Вот жрачку для котов делают, хоть самому жри. Беляш! Беляш! Это до операции было? Да. А 2-й раз я его видел, когда он нищей старушке на кассе 1000 рублей подарил. Какой добрый, а? Очень. А вот после травмы превратился в безжалостного хищника. Михаил, приветствую. Как самочувствие? Хочу пригласить тебя на лекцию. Мои студенты очень хотят с тобой познакомиться. Сколько я вам должен? 100, 200? Я вам что, крыса подопытная изучать меня в лаборатории? Ну ладно, ладно, я не хотел тебя обидеть. Если ты искал Беляша, то он теперь живет у меня. Я его забрал. Ну и что стало с тем котом? Умер 3 года назад. Обычное кошачье дело, почки. Я сам его вскрывал. А, скажите, а кто еще знал о истории с ножевым ранением Сотникова? Да, много кто. Врачи, студенты. После того случая меня пригласили преподавать в университет. Я эту историю много раз рассказывал на лекциях. Вениамин Петрович, скажите, а были люди, которые особенно интересовались этой историей? Не знаю. Не могу сказать. Ну хорошо, спасибо вам большое за сотрудничество. Всего доброго. Спасибо. ФЭС расследует убийство Полины Наумовой. Кто-то убил ее ударом ножа в голову. ФЭС ищет аналогичные ранения. Выясняется, что 5 лет назад домой к хирургу Вениамину Ларину пришел пьяный гопник Михаил Сотников. Из головы Сотникова торчал нож. Ларин спас гостя, но после операции Сотников исчез. Ларин утверждает, что после ранения добряк Сотников превратился в безжалостного хищника. Теперь я знаю о старушке Грибовой все. Да? Ну, почти. И как она связана с матерью Сотникова? Примерно 5 лет назад Грибовой впарили карту, которая, по сути, была кредитной. Она просрочила платеж, набежали пени, сумма приблизилась к неподъемным для нее 100 тысячам, коллекторы звонили ей каждый день, а потом кто-то погасил ее кредит наличными с терминала оплаты. Прям-таки рождественская история. А кто ее обрабатывал? Коллекторское агентство Эдуарда Рюмина. Это очень хорошо, потому что у меня на Рюмина кое-что есть. Эдуард Олегович, недавно в Даркнете разместили базу должников банка, с которым вы сотрудничаете. Вы хотите сказать, что я торгую банковскими базами? Почему этим интересуется ФЭС? Вы убийствами занимаетесь? Правильный вопрос. Взгляните на это фото. А кто это? Я его не знаю. И вот на эти фотографии тоже. Юная девушка. Только что закончила школу. Господи. Эдуард Олегович, кого вы боитесь? Из архива прислали нож, который воткнули в голову Сотникова. У меня в глазах двоится? Нет, этот нож опера изъяли у Вениамина Петровича Ларина. Он купил его, чтобы студентам показывать. Нашим почему-то не сказал, а студенты его слили. Мне его изучить? Нет, я уже проверил. Нож чистый, без крови и мозгов. И Ларин тоже чист. Когда убивали Наумова, он был в Иркутске на конференции. Вот смотрю на должников, которых окучивал Сотников. Все живы? Да. Но есть странная тенденция. Люди погашают долг и попадают в больницу. Инфаркты, инсульты, гипертонические кризы. Это что, Сотников на них так влиял? Так. Его ранили очень старым ножом. Им пользовались лет 5, а то и больше. Под панелью рукоятки следы крови и эпителий. Попробую выяснить, чьи они. Зачем же я с вами связался, а? Миха ж меня пристрелит. Он же монстр. Эдуард Олегович, вы могли бы заткнуться? Машина едет. Миш, привет. Тут такое дело. Клиент есть. Очень мутный, правда. Только ты с ним справишься. Эй, вы куда? А меня кто-то везет-то? Как же я буду отсюда добираться-то, а? Вести себя разумно. Вы в розыске, а машина в списке патрулей. Выйди из машины живо. Что нужно от меня? Руки на капот. Гражданин Сотников, вы задержаны по подозрению в убийстве. Машину. Перевожу. Значит, Светлана Игоревна брала кредит в банке на операцию и кохлеарный имплант, но выплатить его не смогла. Сотников напал на нее по дороге домой, затолкал в багажник, отвез ее за город, заставил там рыть могилу и заставил потом лечь в эту могилу. По губам читай! Ты отдашь долг до конца месяца или… Хочешь новость? Ну? Внутри ножа, который воткнули в голову Сотникову, женская ДНК. И все? Ага, ножом пользовалась только одна женщина. Долго, лет 5, не меньше. Любовник матери жив и здоров. Он в колхозе, где клиенты долги отрабатывают. Наумову вашу я не знаю и не видел. Вы сильно изменились после операции? Да, стал лучшей версией себя. Как это? Жестким, четким и волевым. Но черту не переступаю. Не убиваю никого. потому что на зону не хочу и не поеду. У вас есть алиби на день убийства Наумовой? 2 октября 2017 года. – 1 октября я летал в Омск. Выцеплял должника. 4 дня с ним в гараже просидели. Душевно пообщались. Он жив? Как вы попали в агентство Рюмина? Повезло. Проверяйте алиби. На личные вопросы отвечать отказываюсь. А как вы взяли Сотникова на работу? А можно то, что сейчас я вам скажу, это не под запись? Сотникова мне навязал следователь. Подождите, тот самый, который вел дело о нападении на живом ранении головы? Да. Потом он умер от инфаркта, но Сотникова я не выгнал. Во-первых, он стал лучшим работником агентства, а во-вторых, я его боюсь. Николай Петрович, доброе утро. Заходи, садись. У Сотникова алиби. Его должник перебрался из Омска в Москву. Он устно факт похищения подтверждает, но от претензий отказывается. Сожитель матери также никаких претензий не имеет. Отпускаем? Погоди, я как раз изучаю дело о нападении на Сотникова. Нашли нестыковки. Сотников еще в больнице до операции с ножом в голове дал показания. И вот смотри. У него возник спор с Гарибовым НБ на почве того, что Гарибов НБ занимался сбытом и хранением наркотиков. Когда Сотников попытался пресечь факт продажи наркотических веществ, Гарибов НБ вогнал ему в голову нож. Прям песня. И что, следственные действия прошли в один день? Да. Гарибова задержали, при нем нашли наркотики. Криминалисты отпечатков на ноже не обнаружили, но Сотников сказал, что Гарибов был в перчатках. Ну и, кроме того, еще 2 свидетеля подтвердили, что видели драку и опознали Гарибова на очной ставке. То есть Сотников помог следователю посадить наркошу? Адвокат Гарибова предоставил результаты медицинского освидетельствования. У Гарибова на фоне приема разных веществ нарушение мелкой моторики и деградация мышц. Он бы физически не смог вогнать нож в черепной шов. Ну, суд это проигнорировал. Сотников не мог убить вашу сестру, Вера. Почему вы указали на него? Я не знаю. Он один был похож на шпану. Сестра моя любила дразнить таких. Она умных, образованных парней боялась, а тут юбку наденет покороче, губы поярче выкрасит и легкой походкой мимо. Мне очень жаль ее, дурочку бедную. Я так понимаю, что мое алиби вы подтвердили? Да, еще выяснили, что из-за вас посадили невиновного. Я боюсь, что дело о нападении на вас вернут на пересмотр. Я не видел, кто на меня напал. Да и следак сказал, что искать бесполезно. Но зато можно наркошу посадить, который детишкам дурь толкал. Что вы помните? Помню, с Беляшом бухал. Потом блондинку помню с длинными волосами. Потом дерусь помню. Вениамина Петровича помню. Что за блондинка? Вы ее знаете? Полина Наумова, блондинка с длинными волосами. И девушка, которая помнит Сотников, тоже блондинка с длинными волосами. И что это значит? Следи за руками. Полину Наумову убили ножом, который ей принадлежал. И Миху ударили ножом, на котором женские петели. А что если убийца – это маньяк, только еще не пойманный? Причем у него есть образ жертвы. Блондинка, которую надо убить ее же ножом. Ну, типа как ритуал такой. Ну, Сотников не помнит лица нападавшего. Сотников нет. Но, может, Миха вспомнит? Ты что задумал? Никто не должен знать, что я здесь, понял? Что надо? Я Иван Тихонов, руководитель компьютерного отдела ФЭС. Вы про меня ничего не знаете, я про вас знаю все. Начальник твой знает, что ты здесь? Не надо брать инициативу в свои руки, на меня эти коллекторские штуки не действуют. А, ты психолог? И типировать меня не надо. Ты вообще ментальный инвалид. Какой дерзкий. Не боишься, что меня за твое убийство посадят? И агрессию демонстрировать бесполезно. Я знаю, что ты хочешь вспомнить, кто на тебя напал. И раздражает, что ты не можешь вытащить эту штуку из головы. Бесит, если честно. Мы можем позвать к специалистам по медицинскому гипнозу. Но важна инициатива… Не, в мою башку никто лезть не будет. Ты думаешь, я сам не пробовал? Я и к гадалкам к этим ходил, к гипнотизерам, и к психологам. Одна бабка на Алтае меня какой-то травкой напоила. И на 2 дня из жизни выпал. Темнота. И что, не вспомнил? Нет. Помню только, что с Беляшом бухаю. Жалуюсь ему на баб, а он пожрал и гадит в песочницу. Да и мне отлить надо. Помню, бухущий иду, кусты ищу. Там впереди мужик тёлку за волосы держит. Нож у него. Я такой ему… Стой, ты чего? Подбегаю к нему. Стой, ты чего? У нее пакеты из магазина какие-то. Там картошка, помидор этот валяется. Я давлю этот помидор, лиц не помню. Опознать не смогу. Тухляк полный. Нет, ты сейчас сказал очень важную вещь. У девушки, которая спас Сотников, были пакеты из супермаркета, значит, она жила где-то рядом. Я проверил данные по всем квартирам в округе, кажется, я ее нашел. 4 года назад продала свою квартиру Варвара Каверина. Теперь ее зовут Ольга Калинкина. Похоже на блондинку из воспоминаний Сотникова. Имя изменила, фамилию тоже, информацию соцсетей зачистила, зато есть ее новый адрес. Доброе утро. Привет. Ольга Калинкина? Да. Здравствуйте. Мы из Федеральной экспертной службы, майор Соколова, капитан Шустов. Или к вам лучше обращаться Варвара Каверина? Что вам нужно? Взгляните, пожалуйста. Вот этого человека вы знаете? Нет, не знаю и не видела. В ноже, который воткнули в голову этому юноше, обнаружены эпителии. И мы подозреваем, что ДНК этой эпителии совпадет с вашей. Расскажите нам, пожалуйста, что было 5 лет назад? Я тогда вела блог о красоте. У меня было 10 тысяч подписчиков, ну, все как у всех. Фанаты, хейтеры. А потом появился сталкер. Кто? Я не знаю, кто. Просто стало казаться, как будто бы дома кто-то бывает. А я жила одна, испугалась. Пропал ножик, некоторые вещи. Я поменяла замок, и на меня напали. И вот этот парень меня спас. А что мне теперь делать? К врачу идти. Где он? Вон там, в 73-й квартире врач. Хирург живет, Вениамин Петрович. Ну, я пошел. Это был самый дикий, самый страшный момент в моей жизни. А вы стянули с нападавшего перчатку? Да, как-то так само получилось. А где эта перчатка сейчас? Вы только не подумайте. Мне одна колдунья сделала защиту. Положила эту перчатку в коробку, нанесла там какие-то магические символы, ну, типа заблокировала его. А вы не помните, эта колдунья засовывала в перчатку свою руку? Нет. Николай Петрович, я с самого начала говорил, что рана Сотникова – это копия раны Наумовой. Убийца наносит удар ножом в центр сагитального шва. И не просто ножом, а ножом жертвы. Неприступной и провокативной блондинки. А вы знаете, что тут находится 7-я чакра? Она называется Сахасрара, и она отвечает за чувство гармонии со Вселенной. Ты хочешь сказать Сотникову, что его ранили в Сахасрару? Да. Улика номер не знаю какой, тюрьма магическая, 1 штука. Ничего себе. Слушай, это родственник Полины и Веры Наумовых по материнской линии. А его родители – родные брат и сестра. Девичья фамилия их матери Маслова. В деревне была еще одна женщина с такой же фамилией. У нее сын Станислав. Вот он. Мать Стаса всем говорила, что залетела от дальнобойщика. Как погиб ее брат? Отравился паленой водкой лет 15 назад. А она 3 года назад умерла от рака. Я даже не сразу его вспомнила. Стас давно уехал из деревни. Маслов приезжал на похороны? Да. А через месяц Полинка пропала. Так вот, когда он ее приметил. О, Господи. Стоять! Гражданин Маслов, вы задержаны по подозрению в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. Блондинок любите? Это моя личность же, не имеете права. Ага. Повернись. А это у нас что? Это тоже ваша личная жизнь? Чей нож? Маслов сохранял фотографии жертв, платил хакерам, чтобы те пробивали домашние адреса и телефоны. Сколько всего девушек? Еще 2. В настоящее время обе числятся без вести пропавшими. И, судя по всему, он планировал убийство 3-й. Я хоронил их по правилам. Складывал руки на груди, клал камешки на глаза. Ну, как мою мать хоронили, так и я их. Варвара Каверина, это ваша первая жертва? Я не хотел ее убивать. Хотел просто изнасиловать. Домой-то не хотел. Стой! Стой, стой! За этого урода я потом долго не мог быть женщиной. Такой стресс вы не представляете. Потом мать умерла, поехал на похороны. Там Полина ходит по деревне красивая, волосы как у матери. Решил попробовать еще раз, и у меня получилось. Где вы взяли камни, которые положили на глаза Полины Наумовой? В кармане были. С какой целью вы носили в кармане камни для биокамина? Не знаю. Скажите, а это правда, что про меня в деревне говорили? Про отца? Ваш отец – родной брат вашей матери. Адвокат ознакомит вас с материалами дела. Подождите. Меня же в лес повезут, там, где я Полину закопал, чтобы я на камеру все рассказал. Там кладбище есть рядом, можно заехать? Зачем? Хочу сказать матери, что я теперь знаю правду. Я ей скажу свою правду. Это я дядю убил. Вы хотите сознаться еще в одном убийстве? Да. Пришел с зоны, мать избил, меня бил. Поил его паленой водкой, держал в бане, пока не сдохнет. Мама не знала. Ой, извини. Мне сказали, доставили останки жертв Маслова. Да, уже их сгумировали. Маслов, наверное, считает себя жертвой инцеста, давит на жалость. Ну, это пусть психиатры разбираются. Главное, что мы его остановили, что он теперь под присмотром. Это точно. Ладно. Иди, буду делать рентгеноскопию. Ладно. Да, подтверждаю, что дал ложные показания. Раскаиваетесь. Там все дело лажевое, его в раз раскопаете. А при таком раскладе меня адвокат отмажет. Я понимаю. Все спишут на покойного следователя. Но у меня вообще-то нож в голове был, а он этим воспользовался. Михаил, а вы правда считаете, что стали лучшей версией себя? Да. Я раздолбаем был. Мать наливает, я пью. Потом пьяный по району шатаюсь. А сейчас мне лучше. Хочу мать теперь вылечить. От алкоголизма? Да. Пусть тоже станет лучшей версией себя. Пусть хотя бы попытается.